Зятёк! Что, Нина Петровна, что, Нина Петровна? Я на работу опаздываю. Что опять? Зятёк, зятёк. Зятёк! Да, зятёк. Чую, пришло мое время помирать. Горе-то какое! Это ж какая трагедия-то, Господи! Это ж как мы теперь без вас-то? Да что вы такое говорите, Нина Петровна? Нам что, жить да жить? Фу-фу-фу, не дай Бог еще. Помоги мне, зятёк. Сейчас помогу. Да не помереть, помоги. Помоги мне организовать церемонию похорон. Чтоб все прошло гладко, организовано, а не как ваша с Танькой свадьба. Так вы же нашу свадьбу испортили. Сказали, ведущая дорогая, сама буду вести. Певица дорогая, сама буду петь. Стриптизерша дорогая, сама разденусь до гола. Что сначала разделись, потом в таком виде вели и пели. Это два часа. В окна выпрыгнули, второй этаж был. Ну что, что? Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Вот, кстати, насчет глаза. Вы когда в нашу спальню подглядываете, вы хотя бы совета не давайте, что мне делать. Каждую ночь этот змеиный шепот в скважину вот этот, за дверью. Не торопись. Помедленнее. Ну, а ты скачешь, как блоха на батуте. Ты хоть сперва дождись, когда Танька придет. Вовик. Владимир. Ты меня в гроб... Положь лицом вниз. Вот так. Почему? Не хочу видеть, как ты радуешься. А теперь, значит, запоминай меню на поминках. Устрицы, омары, крабы, красная икра. Осетрина. Ты что, фонарели? Это очень дорого. А я хочу, чтоб твои слезы на поминках были искренние. Вот теперь гляди. Вот я подготовилась. Это список провожающих. Иван Кузьмич, Петр Дмитриевич, Пульхерия Степановна. Так они все давно умерли. А, это список встречающих. А вот с этой стороны вот список провожающих. Провожающий? Стас Михайлов. Григорий Лепс. Шаман, Том Круз, Брэд Питт, Николай Басков. Вы что, феназепама были? Да, что-то перебор. Я Баскова вычеркаю. Он с моей могилки все цветы себе заберет. Вовик. Владимир. Ты, главное, памятник сделай мне побогаче, побогаче. Откуда деньги, кризис? Наоборот, подешевле надо, попроще. Вот, я уже нашел для вас отличный памятник на Авито, бэушный. Не, ну так-то ничего, почти не покоцано. Но тут написано «Спи спокойно, дорогой Гурген». Я ж не Гурген, не буду я. Нам еще, кстати, гроб выбирать. Вот, смотрите, я нашел каталог гробов
У них сейчас акция «Гробы» в 3 раза дешевле. Но осталось всего 2 дня, поэтому надо успеть, Нина Петровна. Я не подведу. Ты знаешь, как я люблю халяву. Глянь, какой выбор. Откинься с комфортом. Мне вот эту модель. Гроб ортопедический. 3 угла наклона матраса. Подогрев салона. Домофон. Вот эту модель. Ага, не хватало, что вы не по домофону оттуда звонили. Это очень дорого. Вы посмотрите, сколько стоит это. Вот наш вариант. Модель «Экономный жмурик». Нет, ты что, маленький совсем? 30 на 40 сантиметров. Как я туда влезу-то? Ну вы ж как-то влезли в чемодан, когда вы просили, чтобы я вас бесплатно в поезде в Сочи провез. И меня гад потом 3 дня оттуда не выпускал. Пока я дыру не прогрызла. Я забыл. Что ты забыл? Забыл зубы у вас отобрать. Да ты жмот, Вовик. У нас в клубе открыли кружок бальных танцев для пожилых. Седая кукарача. Так ты 3000 зажал мне на танцы. А я, может, хочу танцевать. Ча-ча-чу. Да ты жмот, Вовик. Нам еще музыкальное сопровождение траурной церемонии подбирать. Я уже все давно подобрал. Можем даже порепетировать. Вот давайте представим. Зал утопает в цветах. В 2. Вы лежите на одре. Вся такая бездыханная, бездыханная. Чего вы развалились, как морская звезда на пляже? Экономный жмурик! Я стою у вашего изголовья, и звучит музыка. Я счастливый, как никто! Ой, ты что, вообще оборзел? Это день моих похорон! Хорошо, вот про день ваших похорон. Самый лучший день! Да при чем тут это? Песня-то должна быть про меня. Хорошо, вот про вас песня будет. И летала на месте. Вон ту включай, которая мне нравится. Давай. И сорок минуты под землей. Сюда, туда, туда, сюда. Не надо вот это под землей. Туда-сюда, сюда-туда. Только туда, под землю. Чтобы без метаний без этого. Давай нейтральную песню. Давай не вашу, не нашу. Только без подвоха. Вот я там нашла, там никаких подвохов. Отключай. Я испарюсь, убегу. Нейтральная. Пойдет? Пойдет, нормально. Да. Буду к тебе приходить, я тебе буду снить. Давайте скорбеть тишине. Вы не каждую ночь снитесь в кошмарах. Снится. Вовик. Владимир. В обшивку стула я зашила свои камни. Какие бриллианты, изумруды, рубины, что? Желчного пузыря. Вот единственное, что вернуло бы меня к жизни, это ча-ча-ча. Бабушка, танцующая ча-ча-ча, это бред. Ольга Бузова играла в МХАТе. Это не бред, а бабушка хочет танцевать? Бред. Все, некогда мне с тобой, помираю. Вовик, хоть я тебя и не любила. Аналогично. Я завещаю тебе 10 миллионов. Боже мой. Нина Петровна,
Да вы святая женщина, бог ты мой, Нина, Нина Петровна. Я вас, да я вас любил, я всегда любил, просто скрывал. А любил всегда. Любил всегда. Нина Петровна, простите меня, простите, пожалуйста. Я хочу вам признаться, простите меня. Я вам каждый день плевал в суп. Я прощаю тебя, дитя мое. Перед смертью мы все становимся добрее. Тем более, что я все равно каждый день меняла наши тарелки местами. Еще досыпала тебе с кошачьего лотка. Ой, ты не дослушал. Я завещаю тебе 10 миллионов долларов. Быстро займи под 900% годовых. Все. Давай, до свидания. Я ухожу. Куда ухожу? Куда собрались с такими долгами? Со